основном она используется для, как медитативная техника, работа со своим телом, размышления на тему жизни, смысла жизни. Каждое движение имеет свой иероглиф, свое предназначение. В дальнейшем вы сможете расшифровать и понять. Все движения выполняются медленно, спокойно. Вы научаетесь дышать не обычным способом, а дышите уже телом. Это даосское дыхание всем телом. Внешне выглядит это как мягкое и медленное движение, но внутри это очень глубокая, серьезная работа над своим телом. То есть это техника, позволяющая продлить жизнь, укрепить здоровье, изменить состояние здоровья. Если человек, скажем, разбалансирован, то эта техника позволяет собрать, сконцентрировать и практически как бы реанимировать человека заново. Очень полезно для людей, которые занимаются после 40 лет, допустим, для восстановления энергетического баланса или для женщин, вот скажем там, для беременных женщин очень полезная техника. Укрепляет внутренние мышцы и способствует как бы созреванию плода в здоровом, таком гармоничном состоянии. Все движения очень гармонично, они основаны на принципе круга и несут в себе принцип значения инь и янь. Вы, наверное, все знаете, что инь и янь – это как бы основа китайской философии, в ней заключен весь смысл жизни, скажем так, начало и конца. Там, где есть конец, там начинается начало, где форма тоже очень длинная, там есть 108 движений, 24 движения. Естественно, разучивается она постепенно, по элементам. Сначала выучиваются шаги, потом выучивается движение рук, постановка корпуса, потом соединяются эти элементы. Выучивается сначала небольшая часть движений, в дальнейшем эти движения становятся более сложными. И потом вы как бы познаете целостность всего, что существует в этой форме. Там очень много концентрируется энергии, поэтому тело становится таким насыщенным, очень, очень сильным. Но вы потом можете